Вчера я был Джеком Брауном. Завтра Джеком Коллинзом. Я забыл вам сказать, у меня существует рабочий рейтинг. Так сказать, шкала победителей. Эверест, на которую, уже не знаю того, сбираются умершие самым экстравагантным способом. Скажу вам больше, в иной день иная номинация. Понедельник — это самая глупая смерть. Во вторник — это самая грустная. В среду — жестокая. В четверг — рутинная. А вот в пятницу — это моя любимая, это мой фаворит. Самая смешная смерть. И сегодня, как понимаете, у меня праздник. И знаете имя победителя? Райлс. Это молодой паренек, который погиб на операционном столе в результате неудачного самоубийства. Прыжок с третьего этажа не дает вам никаких гарантий, запомните. А самое смешное, что когда его везли в больницу, он все осознал. Он как бы переосмыслил свою жизнь. Потому что последними словами его были: «Спасите меня, пожалуйста». Райлс. Очень жаль. Очень жаль. В кабинете Джека было темно. У него всегда там мало света. Создавалось такое впечатление, что паспорта умерших людей впитывают весь солнечный свет в себя. Стало немного темнеть, и это из-за того, что туча начала заходить за солнце. И Джек встал со своего стола и решил включить свет, однако замер. В углу комнаты он увидел человека, который смотрел ему в лицо. Этот человек был очень странный, но был цвета комнаты Джека. Ну, это сложно объяснить, но, в общем, потому что как бы темнота, связанная с тем, что туча заходила за солнце, не может быть цветом. А он был именно такого цвета. Это потом Джек понял, что на самом деле все дело не в темноте и туче, а то, что эта темнота шла от мужчины. Это было потом. Этот мужчина смотрел на Джека и сказал фразу, которая перевернула линию жизни Джека. «Ты неправильно меня зарегистрировал?» «Неправильно». Джек сел. Он встретился со смертью. А вы знаете, она ничего. Как постоянно перебивает. Уволен.